23 сентября 2017 года. Очередной слет клуба «Скиталец». Суббота. Время у нас около 12 часов дня. Вот народ уже собрался. Кто-то уже ходит по травке. Музыка играет. Народ общается. Вон кумб танцует. Не, это видео. Привет скажи. Привет. Я сказал привет, как просили. Здорово всем. Да, наше Никольское лучше вашего Никольского. Да? Я и гривенники серебряные не находил. Не сомневаюсь, я в вашем Никольском был, наверное, чаще, чем в своем. В вашем я был в Никольском тоже. Я в вашем был. Сейчас поеду опять туда. Там распахали. А, картошку брать. Я там шведов дергал, чешую дергал там. Сейчас туда поеду. Так, дальше пойду снимать. Я каждый год снимаю. Выкладываю. Прошлый год, позапрошлый, весенний, осенний, все. Да, у меня 4 канала. И на каждом больше сотни видео. Прокоп. Нет, ты ходи, всех снимай. Всех снимай. Макс, скажи опять привет Петерпаду, как было в прошлом году. Привет Петерпаду. Очень хорошее место, очень хорошая компания. А где кузнец? Они в лес пошли. А медведя ловить? Там вроде... Нет, медведи там как бы. Может, загоним? Сладкая малина, до сих пор сам ее кушал. Вот. А ребята вошли, я слышал, что мы разошлись еще, потому что я... А хабар-то есть хабар? Там хабара не было. Куда пошел я не был, я сейчас пойду был в этот лес еще. Там очень хорошо ходят и копают. Понял. Всем удачи. Да, пойду дальше снимать. О, смотри сколько. Тоже надо париться будет. Самое вкусное уже взял. Давай все-таки да? Воде вскипятим, что-то мне очень плохо. Воды, холодной, горячей воды, я туда уже включаю. Масло есть, я не забыл. Пустовичок убитый. Вопрос. У кого есть? Вон стоит. Дум-думай, скажи Петеркладову, так как ты надо копать. А не хуйню всякую. Нихуя. Не надо так копать, как я. Поэтому Питер клад копайте, как копаете, блядь, а я буду копать. Ну, как получается. Вы, лучше вы к нам, а мы к вам. Нихуя. Не надо к нам. Надо. Надо, Вася, надо. Валера! Тебя снимают, я ж думаю. Да. Я ж в прошлом году снимал, его не было. А ты говоришь такими словами. Добрыми, приезжайте к нам. Там детей нету. Вы не думайте, Лю, я не такой плохой. Блин, честное слово, блин. Ну. Вы увидел бы на поле. Он еще и засветился, видишь? Че засветился? Поэтому, люди. Да, говори. У тебя хорошо видно, кстати. Копайте где-нибудь в другом месте. А ты сможешь еще повторить эту фразу, только в другом одеянии? В смысле в другом одеянии? Я тебе на время дам. Че? Давай. Я тебе на время дам шапку-невидимку, и ты повтори Валерий еще раз. Француз, Валера. Француз. Валера, я так и не атрибутировал. Валер, сними. Француз. Валера, сними. Сними, парни, скажи ему еще. Да я вижу, скажи что француз, Валерию а дальше еще что-нибудь. Валера. Не езди к нам. Скажи. Ждите в субботу в гости. Ни за что. Валера.
К нам не ездить. Вот дороги заминированы. О, большой фотик пошел. Хорошее качество. Кэнон. Нормально, да. Нормально. Сусил, вот ты меня, по-моему, предупреждение пару раз делал мне. Маленьких, да. У тебя багажник, блин, я забыл. Это у меня там эти подарки лежат. Ну, открывай там, где слева от водителя рычаг. А это машина открыта. А машина открыта, да. Пойдем посмотрим, что он там нарыл. Марк, стой, не выбрасывай. Валера, снимай. Привет, здорово. О, хабар-то, о. Круто. И 4 трака там лежит. Круто, да. Уже есть сегодня. Есть саночки, которые рыбаки ходят. Красно берешь. Под колеса. Кто-то другой выкопает в следующем году. Кто-нибудь здесь-то вообще хотя бы монету одну нашел? Нет, вообще ничего. Гильзы, проволока. 3 года назад гильзы, я тут находил одну монету. 3 года назад. 3 копейки советов. Здорово вам, привет. Ну, это было 3 года назад. Все, пьем. Валера. Товарищ этот администратор или как там? Админ. Модератор. А, модератор. Администратор, да, слушай. У нас один только. Товарищ Слава стоит. А что этого Голда разбанили там? Я не знаю. Я его не банил. Голд? Я ему не стулом тогда ебану, блядь, а ему, блядь. Он собирался приехать, кстати. Домкратом. Он твой друг. Лучше. Обожаю Голда. Я не знаю, чей кто. Выкладывай на видео Голд, привет, Головачев Дима. Блин, Домкрат ждет. Да у него там кувалда, наверное. Не, у нас не было такого, как бы я никого не банил. Так что не надо нас гнать. Надо, короче, забанить Сусила вот тут вот, точно. Нет, Сусила не надо банить. Так, это уже пустая? Сусила. А что еще надо? Не, мне пустая. Должен приехать Юрген, Светлячок, Ред. Не пустая, да. Эти должны приехать. И скид тоже сегодня будет. Ну, скид, да, он писал. И плов. Плов должен быть. У нас администрация на наличии. Так что все вопросы к нам. Там не увели еще. Да. Видишь, тут есть что-то со скидом. Папарацци приехали, давайте. А что? Такая же? Давайте. Заслёт, ну, давайте. Попозируем. Они же хотят. Брал, да, а увидят, многие же не смогут приехать. Ну и все. Это... Пускай завидуют, ну, глотают. Называется вот тут. Это не надо. Нельзя показывать. А я не показал. Пускай глотают слюну. Да, погодка сегодня класс. Погода вообще. Она уже будет. Вообще просто сказка, блин. Ну, надо вы просто, давайте. Потом застегнуть. Давайте, мужики. Ну, все. Давайте. Пойду Марка снимать. Давай. А то его давно не видел. Что это будет, шашлык? Шашлык будет. О, элегант рубает мясо. Ножик не солидный для такого мяса. Так он не режет ножик. Ну возьми другой, господи, там на столе лежат ножи нормальные. А что за мясо? Не знаю, свинина. Попробуй вот Олега, может режет сейчас. В прошлый раз был поросенок. Такой же? Такой же. А я спрашивал, есть острый нож? А это получше режет. Нет, слишком мелко, наверное, тоже не режет, а сгорит. О, наклеечка новенькая на машине. Надо было вчера. Ну, я запаздываю, но приезжаю. Ну, вовремя. Ну, давай. Ну, приезжаю. Все, кто приехал. Всех рады видеть. Марк, там тебе крестики я там ломаные отложил. Скоро
скоро зима, надо будем будет. Будем все переживать, что ты с топором с золотыми сделал? Ты их реставрируешь, зима, там, там пряга вот разломанная. А, еще пока не... забрал, я забрал. Поздно. Я рамочку сделаю вот такой толщины. Углубишь туда? Отполирую под стеклом. Так, где там голодный жар? Нет, вот топор пожарника. Ты жарность этих бегал, который доширак берет, кто у нас? Все. Пойдем пробовать. Мои чувства, когда я его поднимал. Олега, что ли? Да, Олег. Олега, да? Олег? Всех отогнал. Рус, с орлом на спине. Он влажный. Футбол ты единственный. Этого я не знаю. Ну, Маугли я знаю, а как его по-русски зовут? Не знаю. Я с ним не общался еще. Собачка. Такой сигналищий. Маугли, а как тебя зовут? Яблоко, виноград. Сок. Смотри, на Маугли вилку. Вот вилку я возьму, а рюмку нет. А что ты как слабак-то, Олега? На, держи. Спонсоры сразу на пищевилку поднесет. Виталий Никольский, где Никольский? Они ушли ж туда, ушли. Рыться. Петров, вот, они уже там ямы четвертую или пятую копают. Помню, динарик редкий, наверное. Стопудово редкий, блядь. 34-й год с прочерком, ёпта, 70 тонн стоит. Не поверил и положил назад. 50 штук, блядь. Ёпчу. Валерон. О, Валерон. Ты доехал. А, Валерон, я доехал, да. Ты получил майора или не получил? Нет, конечно. А что у тебя динамик-то? А вот, блядь, вот так. Я думал, капитан третьего ранга уж давно. Нет, вот переплюнул меня. Блин. Здорово. Валера. Это пожарный это Никарагуа. Это же Дэн, когда значки приносил. Да? Да. Нет, это... Ты снимаешь? Привет, камера. Все, снимаю. Дума, напоили, в усмерть сейчас отдыхает. Наконец-то его. Мы с ним тут... Напоили? Да. Так ты с ночи, что ли? Нет, с утра мы приехали. И уже успели нахуяриться? Не, он с ночи. Мы его допоили, он уже все, устал. Где копать-то вообще? В Грядино только что распахали, распашка. Ну что-то народ там это плюется, мы чуть подальше. Что плюется? Я в прошлом году там монет, наверное, 150 поднял. 385. Да хрена. Что-то пузо отъел уже, а? Сам-то кабан, блин, какой. Ну, блин. Валера, где машину место, где копать? Да? Что собрался брать? Чего? Что собрался брать? Жигули. Ну хуя. Слушай, под жопу, лишь бы на коп доехать. Мотороллер. Мотороллер. Велосипед еще скажи. Что у нас там? Олега, как? Идет процесс? А ты что, жрать хочешь, Валер? Ты уже... А сам-то посмотри. Боров такой, блин. Худой был, Валера. Ты Боров. Ты маленький, толстенький. Я хоть выше, но и тоньше. Где ты тоньше? Ты же подстольник весишь, наверное. Нет. Я 90 ровно. Я вообще мало, 68. Да, с таким животом? У меня 1.65 рост, какой можно... И 165 вес. Правильно? Да. Толстяк. Пиво пьет, да хрена, вот и толст. Вообще не пью пиво. Ага, а это что? А что делать еще? Что, вот купить, коньяк там есть, самогонка есть. Вот он там тоже есть. Только это, на парке не валяется. Ну, устал он, устал. Это пешком. Это как его, самогон Шумовский. Потерял, думаю, здесь же. Я уже шашлыки проверял. Ну ладно, давай. Это родственник какой-то, без ников. Наш младший научный сотрудник. Младший научный сотрудник. На лопате он, да? Ну без ника пока. Один на этом, как его. Ну мы сделали, второй на лопате. Один ника, знает? Да ладно, ничего себе. Здрасте. А когда подъезжаете обратно? За пловом? 6? Часов 5-6. А, ну 6 еще останется, да? Чтобы не ошибиться. А слава у вас сколько будет? Слава обещал 5-6. Пока. Ну так, в это же время примерно. Ну да. Плов. Ладно. Лучше заранее. В 5. 5 будем. Да. А то не хватит. В прошлом году лишний остался. Я еще 2 дня дома ел. Взял? В прошлом году меньше народа. Да, было. Да. Сегодня да. Нормально. Сейчас можно, да. Да, и погодка хорошая. Лучше заранее, погода. Да, 5 будем.
Записался? А или что это? Это... Рецепт. Это да. Плов. Вот. Учеником буду. А Светик еще возьми, она тоже хотела, кстати. Светик хотела научиться тоже готовить. Вот, у него уже распечатано. Да, она у него брала, у него в прошлом году рецепт. А, ну. Она Светик хотела тоже попробовать сделать. Пойдем. Ты ее позови, она тоже хочет. Куда? Сюда вот, я за знаю. За дровами? Ага. Пойдем. Пойдем. Пока он нет, не взорвался. А ты что, видно? А мы же ее еще подваливали. У нас тут рядом вот так все колеса. У нас одно, оно видно, с одной стороны нормально, а другое видно, что уходит. Ну там, блин. Я же лучше заворачиваюсь, короче. Я от этой машины. После меня ее, говорю, сваривали уже. Короче, плов будет готов в 5 часов, сказал повар. В 5 часов будет готов плов. А мы поехали сейчас копать. Езжайте. Сколько времени там? Да не знаю. Около 2. А, ну 3 часа покопаем. Кум, собьёшь всех, кум! Я уже с утра снимал. С утра вас еще не было. Я много-много снял, полчаса надо. С Думом, знаешь, как он матом ругался на видео? Да. Лера, что ты сказал к 5, а ты пришел? К 6 я пришел. Спасибо, что да. Тебя поздравил. Да. Как ребята говорят, только за смерть посылать. Раз и все, Валеры нет. Зато накопал кокариков. Да. По нынешним временам. Как твоя такса-то? Да. Нормально, вот сейчас звонил за ним. Бля, сидит дома, пиздец. Всю ночь не спала у дверей. Прислушивалась, кто идет. Я говорю, ладно, все, больше оставлять не буду. Так бы она вон с той будет собачкой бы побегала. Валерий, кого чат чай в термосе? Молодцы. А вот, слушай, вон. Кто-то хвастал, машинка стоит посреди леса, и мужик сидит, наворачивает что-то, и банки посмотрели, типа, ну вот, там познакомиться, там как успехи, как удачно покопал. В прошлом году тоже снимал. Там поросенок был. А, весной снимал. Вот я снимал. Не, ну, на память да. Да подпоминаешь? Я смотрю да. Мои ролики. Я единственное не ставлю, потому что я там не зарегистрирован ничего. Мне не важно это. Главное, чтобы люди, ну, знали, что это существует. О, у меня просмотров двух хватает. У меня 4 канала.
Макс, ты живой? Я живой, я живой. Да. А где? Куда? Кузнец-то ушел? Я не подошел в спальное место по своей башке дам. Нет. Народ нормально вот так держится. Нормально? Да. Нормально. Олег! Ау! Чего? Ну ты футбол гонишь, ты детей сшибаешь вообще. Я их поднимаю. Ну сначала сшибаешь. Да. Я их поднимаю. Неправда. Все, видео записано. Видел, я записывал, когда ты его уронил. Да, я их уронил, поднял. Да. Я сборная. У него масса футбола. Другая категория. Я играл в сборную. Кингисеппа. Нет, Колос. Пустомержец. Пустомержец! А Дум куда, сломался? Дум не пустомер. Ну, он в Кинге. А мы с кумом пустомер. Да я был у вас же. Мы, да, ты знаешь. Да. У нас была футбольная команда. Колос. Ну, возраст-то уже не тот, чтобы играть. Ну, блядь, играешь же. Старый и пьяный. Ну и хорошо. Я их поднимал. Счастливый. Счастливый. Да, молодость вспомнил. Не, я не счастливый человек. Почему? А когда дом достроен, будет счастливый. Да и то не прибавим. А, мы с Олегом в среду едем. К нему. Ты там будешь? Ну, сегодня у нас суббота, 23-е. 24-е воскресенье. Да, я свободен. Во. Вы 28-го занят. Ну, мы... Еду к вам. Света. Я тебя снимаю. Не вам. Вроде как в нём, да. А что это за фишка? Ну, это, чувствительность высокая. Фишки у вас снимают. Да. Улыбать. Завтра видео будет, а фотки сегодня будут. А ты тоже будешь на фотках. Если трезвый будешь на фотках, да? Прикинь. Когда ты был у меня трезвый, значит, трезвый был вчера. Ну, казалось, что ты был трезвый. Тебе казалось. Thank you.
Ты меня снимал уже. Ай, обрезала голову. Ну, костерчик там классный у них. Где мои штаны? Где мои штаны? Вот когда они в Псков не подходили, он буквально за неделю нашел там, короче, графская усадьба назвали. И якобы он нашел кладовку. И закопал себя, да? Ну то есть как бы легенда такая. Его немцы тяганули, а деревня болтает. Ну, он сказал, ни хрена, врут люди. Ну его немцы отпустили, нет их. А вдруг эти партизаны взяли? Ну тоже какие-то отборки. Ну ее партизаны нет. У нас же разговор короткий, нахрен, расстреляйте. А легенда перед все равно осталась. Ну и он говорит, слушай, говорит, полази, они же взяли, так вот на дуру копали. Ну я приехал вечером. Олег, Олег, вечер будет так примерно. Человек 20 будет забора. Да. Зависли. Ну я так походил, ни хрена. С утра, думаю, ну пойду с утра, вышел, но там вся деревня, я говорю, забора, а возле дверей там еще делегация с лопатами во главе с участковым. И говорит, ищи, а копать мы будем. В общем, я стал ходить по участку. Копали враг. В общем, в итоге где-то, наверное, часа через три подъезда. Пришел черный момент, алло, прыгал. Да ладно. Не я. А я заказал. Один взял и... Ну, Свет, у тебя когда-нибудь этот негр кончится, пленка-то? Светик.